Всем привет! Давайте я вам покажу сначала, где я сижу. Вот такая вот красота за мной. Всем алоха из Гавайи. Это остров Молокай. У нас 10 утра. Я работаю. Муж там работает, короче, все работаем, дети играют. Эля, привет! Приезжайте. Вы нас совсем переехали. Ну, пока что хотя бы перезимовать тут. А потом посмотрим, что как получится. Давайте вот так сделаю, чтобы... хорошенько было видно. Сегодня отвечу на ваши вопросы. Плюс я только что отсняла видео на YouTube, ответила на часто задаваемые вопросы про наш переезд, куда мы переехали, как мы переехали, когда мы переехали. И в Ируса будет очень много контента про переезд и про Гавайи. Всем спасибо. Я знаю, в Кыргызстане сейчас поздно, но у нас утро, как вы видите, мы утром поработали, и еще где-то полтора часа осталось до конца рабочего дня. Мы работаем по чикаговскому времени, поэтому сейчас в Чикаго 3 часа дня, а в Кыргызстане 2 часа ночи. Здравствуйте, всем привет! Поэтому решила с вами чуть-чуть поболтать, рассказать, что как. Всем тем, кто первый раз у меня на канале, первый раз у меня на прямом эфире, всем, как говорится, привет и добро пожаловать в мой канал. Вот давно я с вами не разговаривала, давно я с вами не общалась. Давайте поговорим, пообщаемся, задавайте, буду отвечать. Привет, привет, первый раз, да, добро пожаловать. Как дети перенесли полет? К удивлению, очень хорошо, так как этот полет был для нас первым, с детьми, я имею в виду. Мы до этого путешествовали только на машине, роуд-трип, да, и ездили в другие штаты. На машине они очень хорошо себя ведут, хорошо сидят на кар-сите, да, на автокресле, и было нормально. Я думала, что в самолете будет тяжело, но нормально. Допустим, мы летели из Чикаго в Лас-Вегас, дочка вообще не капризничала, она спала, смотрела эти книжки свои, читала и смотрела мультики. А вот мой сын, первый перелет, он чуть-чуть плакал где-то полчаса, а потом он успокоился и заснул. А остальные перелеты были короткие, час, там, 40 минут. И самый долгий перелет был 6 часов, это с Лос-Анджелеса на Гонолулу. А тогда вот мой сын весь полет спал. Я так была рада. И плюс самолет был наполнен где-то на 60%, поэтому мы заняли два ряда прям подряд. И дочка спала у меня на коленах, и ноги были раздвинуты. И то же самое сыночку мы постелили одеяло, и он спал. Он спал весь перелет, поэтому никаких трудностей не было. Дети хорошо перенесли перелет. А насчет этого я уже загрузила видео на свой YouTube канал, поэтому обязательно зайдите и посмотрите мое последнее видео. Я там показала, как мы летали, рассказала, откуда мы летим, куда и как все это произошло. Айти тармагына кирүүдө ден соолукка зыян келтирбөө үчүн кандай алдын алуу керек? Азыртадан эле көзүм ооруп баштады. Как можно себя защитить, Рахмат? Очень хороший вопрос. Как сказать? Прямого отношения к здоровью работа программиста не имеет. Ну, это работа сидячая, поэтому нужно вставать хотя бы каждый час, делать какую-то зарядку.
нужно защищать глаза от экрана, не только от компьютера, да, даже от телефона тоже нужно можно наносить очки, либо линзы, или защитный какой-то слой. Самое главное, нужно двигаться каждый час, и им нужно... Нужно делать зарядку для глаз, для мышц, и все нормально будет. Потому что все современные работы сейчас связаны с компьютером, да? Невозможно избежать от этого. Даже если вы бухгалтер, врач или еще кто-то другой, по-любому вы будете работать с компьютером. Поэтому мы должны быть готовы к этому. И плюс... Я бы так сказала, люди, которые даже не программисты, не айтишники, тратят столько же времени за компом или за телефоном, плюс к этому они не получают зарплату. А почему бы и нет, если сидеть за компьютером и плюс при этом зарабатывать? Поэтому нужно ставить приоритеты и, конечно же, нужно ухаживать за своим здоровьем. Вы та самая девушка-программист. Да, я та самая девушка DevOps-инженер. Еще вопрос. Вы сертифицированный айтишник? И какие сертификаты имеются? У меня очень много сертификатов. Я прям обожаю получать разные сертификаты. У меня, можно сказать, болезнь какая-то. Я люблю сертификаты, потому что сертификат – это proof, доказательство твоих знаний. И у меня сертификаты по разным направлениям. Какие-то инструменты, тулы разные, Azure, AWS, Agile, да, я люблю Scrum, у меня есть сертификат Scrum мастера. Уйдем, друзья, ой, ну, вот, я в год получаю, у меня прям цель такая, уйдем, в год я получаю минимум 3-4 новых сертификата. У меня даже есть сертификаты про Red Hat, про Linux Environment, про CSVMM, про все остальное. Я люблю сертификаты, поэтому, если вы хотите, я могу сделать отдельное видео насчет моих сертификатов. Bonjour, bonjour. Саламатсис, какие очки? У меня астигматизм, у меня плохое зрение со школьных лет, поэтому это не из-за компьютера. Где вы, как вы начали свою карьеру программиста? Ребята, те, которые первый раз со мной, пожалуйста, посмотрите мои видео на YouTube-канале, я там рассказывала, показывала про свою карьеру, про свою жизнь, там очень много видео о себе, о моей работе, и плюс я всегда отвечаю на вопросы новичков, как нужно начать, где нужно начать, что нужно делать, как нужно выбирать даже лэптоп, компьютер для программирования, как нужно выбирать курсы, нужна ли математика, нужен ли английский язык, как подтянуть свой английский язык, где найти работу, про резюме, про поиск работы, стажировок, про все это я снимала видео, поэтому сначала посмотрите мой YouTube канал, и на многие свои вопросы вы уже найдете ответы. Bonjour. Bonjour. У вас получили сертификат по Cisco? У меня лично нету Cisco Networking, но я проходила курс про networking вместе с Azure. Вот. В США сейчас происходит сокращение из-за короны. Как обстоят дела в IT? В IT, я бы сказала, все стабильно, потому что многие сейчас работают удаленно, и наоборот, с появлением коронавируса, с пандемией, да, многие бизнесы начали переходить на онлайн-режим, и было очень много заказов на разные веб-сайты, на разные суппорты. Поэтому, смотря как, в сфере обслуживания, в сфере там шопинга, в сфере еще в других направлениях было очень много сокращений. И в США тоже очень было много безработиц. Многие подавали на безработицу, на программу безработицы. Поэтому, да, был большой кризис. Но среди моих знакомых, айтишников, да, я бы так сказала, у нас есть свой круг, свой комьюнити айти-специалистов. Я еще не встречала людей, у которых было сокращение прям. Поэтому пока что все работают. У нас тоже в компании все IT-команды работают так же, как и до пандемии. Можно будет, если отдельное видео про сертификаты. Окей.
Саламатсыз бы, сіз азыр қаяқтасыз дейді. Саламатсыздар бы, мен азыр Гавайи аралында жашап жатауыз. Жақында ле көчіп келдік Чикаго шарына. Молокай деген островтауыз. Какие у вас цены на жизнь Молокай? Погода. Я сделаю отдельное видео. Я сделаю обзор нашей квартиры, нашего комплекса. Сделаю видео насчет продуктов, что сколько стоит и сколько это стоило в Чикаго, потому что я не знаю, сколько стоит продукты в Кыргызстане, в Бишкеке, но могу сравнить с ценами, где мы жили раньше в городе Чикаго. Вы сейчас где? На Гавайи. В каком вы стране? В США. Давайте я вам покажу вид из нашего балкона. Вот такой вот красивый вид. Волосы. Да, я волосы отрезала, потому что было тяжело за ними ухаживать, особенно вот в такой вот среде. Да, будем каждый день купаться, соленая вода, нужно сушить. И волосы не ноги, отрастут бойруса. Поэтому нормально. Я отрастила свои волосы прежние за 3 года, поэтому если захочу опять длинные волосы, отращу за 2 года. Не переживайте. Вот такая вот красота. Это наши соседи. Здесь минимум людей. В каждое здание, по-моему, по одному или по 2 человека. Смотрите, как красиво. Мы очень долго к этому готовились, очень долго планировали, и вот мы наконец-то приехали. От много чего мы отказывались, экономили, чтобы попасть сюда. Вот. И Бойруса я в своем блоге буду показывать, насколько экономно можно жить на Гавайях. Я буду делиться без пафоса, без всяких либо каких-либо интересов. Буду рассказывать все как есть. Что сколько стоит. И не нужно бояться переезда, либо жить в таком вот месте. Отдых на Гавайях, я знаю, это дорогое удовольствие, но я буду все это показывать именно со стороны экономии, со стороны минимализма. Как можно все это совмещать, работу с приятным. Следующий сейчас. Вы такая классная. Да, ой, спасибо. Как ваши дела? Спасибо. Такая классная. Спасибо. Доброй ночи. Как переехать и войти, с чего начали, чтобы войти в эту сферу? Здравствуйте, Айбек. И на все ваши вопросы вы можете найти у меня на YouTube-канале. Математиканы жақшы емес адам IT тармағына оқыса болуы. Болот ошол жөнінде төкпей, чачпай, детальный видео тартқам. Математиканы қандай деңгелде біліш керек IT әдесі болушы үшін деп. Ошондықтан менің YouTube каналыма кіріңіз, қатталыңыз, жана видеоларды көріңіз деп айтмақмын. Сонын жарашат екенде, чоң рахмат. HTML, CSS жақшы өздөштүріп жұмыш табуға болуы. Болот, әмі болғыну жақшылап іздеш керек. HTML менің CSS бұл программированияның основасы болғандықтан, HTML мен CSS-тің үстіне дағы кішіне JavaScript-ті қошып қойсаңыз, айвай соным болот. JavaScript менен сіз жұмышты сөзсіз табасыз. Жана JavaScript, егер де CSS мен HTML жақшы өздөштүріп алсаңыз, JavaScript-ті үйренген сізге айвай ле жеңіл болот. Математика на джоперде. Как классно, не только по IT-инфо, и даже культура чонг рахмат тайта. Обязательно буду делиться. Вы в Гавайи только на время переехали, потом вернетесь в Чикаго. Пока неизвестно, посмотрим, что будет дальше с пандемией. Пока что мы работаем удаленно, в офис нас не зовут. И пока, как сказать, такого смысла переезда в Чикаго еще не требуется. До весны поживем, увидим. Может быть, останемся, может быть, вернемся. Но пока что мы будем зимовать здесь, на Гавайи. Советуете получить именно CISCO сертификат, потому что есть разные вендоры.
Да, циску можно получить. Циска намного лучше, потому что она циска используется здесь тоже. У нас очень много нетворк-инженеров, которые сертифицированы именно циска. Если вы хотите стать администратором или систем инженер или систем сисадмин, да, и в дальнейшем идти по DevOps направлению, то да, это очень хорошее направление и очень хороший сертификат. У меня есть один знакомый, который работает айтишником в Кыргызстане, он очень хорошие деньги получает, кстати, и он получил этот сертификат, отучился на буткемпе при АУЦА и работает сейчас уже 3-4 года работает системным инженером. И сейчас учит отдельно Python код. Хочет дальше пойти. Что делаешь ты работу? Я работаю здесь. Работаю удаленно. Саламатсыз бы. Биз буткем те учай окудук, жана жумуш табалбай жатабыз. Бишкектен жана HTML CSS түздүштүрүү кыйын болуп жатат. Эмне кылсак болот? Жакшылап аракет кылыш керек. Оңой тамак жок эч жерде. Бардык нерсени анай десем аракет менен гана жетүүгө болот. IT-де жумуш көп болгондуктан, бирок ошол эле учурда эми дагы көп. Конкуренция дагы көп. Сиз кандай буткемпти бүттүңүз, жумасына канча окудуңуз, программаны канчалык деңгээлде өздөштүрдүңүз, сиз өздөштүргөн билип иштегенге жетеби, ошодон дагы маанилүү. Жөн эле буткемпти бүткөндөн кийин 100% жумуш таап кетесиң деген кепилдикти эч ким бербейт. Ар бир адамдын өзүнөн, Америкада деле окуган адам жумушка кирбейт, окуган адам бат эле жумуш таап кетет. Ошондуктан аракет кылып көрүңүз жана менин YouTube-дагы видеомду көрүңүз. Кантип жумуш табыш керек, кантип стажировка өтүш керек, кайсыл сайттарды караш керек деген видео тарткам. Адан сырткары ал жерде фриланс жанандай временный проекттерди алып иштегенге сайттарды да бөлүшкөм. Ошол жактан дагы арзан болсо дагы бир проекттерди алып практика үзүрүндө кылып көрүңүз. Ошентип сиз опытыңызды, практикаңызды өрчүтө аласыз. Ваш муж кем работает? Мой муж тоже в этой сфере. Он больше работает с клаудом. Cloud computing. Он работает с AWS. Тоже в IT-сфере, тоже DevOps. Cloud DevOps инженер. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, это правда, что новичку будет легче освоить Python по сравнению Java или JavaScript? Спасибо. Ну, да. Я бы сказала, да, и плюс зависит от человека, опять же. Кто-то JavaScript быстро учит. И плюс от вашего направления зависит. Если вы хотите стать фронт-энд девелопером, то сразу начните с JavaScript. Если вы хотите стать бэкэндом, то можно и с Python начать. Но Python по сравнению с другими языками, синтакс намного легче учить, чем другие языки. Вот. Я люблю Python. Вот. Я Java не знаю. И JavaScript тоже не знаю. YouTube каналыңыз кандай дейт. Айдана Tech Talk деп жазсаңыздар чыгат. Же болбосо менин Instagram баракчамдагы башкы бетиндеги ссылканы бассаңыздар. Менин бүт каналдарыма кошула алсаңыздар болот. Адан сырткары, YouTube-тан сырткары Telegram каналым бар. Ал жакта китептер менен бөлүшүп турам. Программирование боюнча китептер менен, статьялар менен бөлүшүп турам. Поэтому будет вам полезно. Прекрасно выглядеть, Айдана Джидит. Спасибо, очень приятно. Английский тілді қантып үйрендіңіз. Английский тілін қантып үйрендім, ал жөнді дағы YouTube-та видео бар. YouTube-тағы дарегенерді жазып кетсеңіздер дейді. YouTube-та Айдана Tech Talk деп іздесеңіздер табылар. Вы очень сильно мотивируете. Спасибо. И вам спасибо. Какие задачи решает DevOps? Кстати, насчет DevOps. Скоро я выложу прям двухчасовую презентацию про DevOps. Потому что я на днях выступала на конференции Go Viral, которая проходит на данный момент в Алматы. Я там была одной из спикеров, и у меня был там воркшоп. Жалко, что вас там не было, но я там рассказывала про DevOps инженерию, да, Introduction to DevOps, введение в DevOps. И вот у меня там была презентация и воркшоп на целых 2 часа.
Я загружу это видео в свой YouTube-канал. Скоро я получу запись этого воркшопа и с вами поделюсь. Думаю, вам будет полезно. Какие задачи? Рахмат. Айдана, джеймен, сизге сро берем, деп жатқан элем ұнатықал. Естеңіз? Network инженер, да, вполне хорошо зарабатывают. Это один из IT-направлений. Networking инженеры здесь очень востребованы тоже. Каналымды натын, комментарийге пен қылып қойдым. Айдана TikTok деп жазылып тұрады. Ошоға кірсеңіздер болот. Жақшы қалыңыз, прическаңыз соның ажайып жарашыптыр. Болғын дем беріп, бізге түрткі беріп, қылған іштеріңізге тазим. Кечке қарадым. Өңі да соның болып тұр, дейді. Чоң рахмат. А, вот я на ваш вопрос ответила. Cisco сертифицир. Да, есть даже буткемпы, которые готовят именно к этому сертификату и готовят именно network инженеров. Это очень хорошее начало, чтобы начать свою карьеру именно в этой в IT-сфере. И плюс, допустим, network инженеры, там не требуется знание кода, да, там нужно понять, как нетворк работает, как инфраструктура работает. Там не нужно писать коды, да, там в основном sysadmin, network admin. Один из самых хороших профессий тоже. Отличное начало для своей новой карьеры. Поэтому не думайте, если вам это интересно, начните. Чачан каравату внутрь халдан избудет. Про фронтенд расскажите. Я про фронтенд тоже рассказывала у себя на видео. Очень много вопросов про фронтенд. Вы можете посмотреть там. Даже писала статью, писала посты на эти темы. За сколько месяцев вы освоили программирование? Я ходила на буткемп 6 месяцев, но после 6 месяцев я до сих пор учусь. Я до сих пор беру онлайн-классы, онлайн-воркшопы, онлайн-тренинги, поэтому в IT-сфере не нужно останавливаться. Но чтобы начать карьеру именно в этой сфере, 6 месяцев достаточно. Но потом, как вы начнете свою карьеру, как вы начнете работать, нужно уже там уже развиваться, не нужно останавливаться. Кстати, вот про это я снимала видео. Называется «Путь к моей мечте», это трехчасовое видео, я все рассказала там, какие инструменты я пользуюсь, как я начала свою карьеру, как я проходила стажировку, как я проходила интервью, с чего начинала, потому что у меня нету IT-бэкграунда, у меня мой первый диплом, это совсем в другое направление, я бухучет аудит-анализов кафедру оканчивала, получается, я бухгалтер, но стала айтишником, поэтому посмотрите это видео, я думаю, вам будет полезно. О, что на сухсалам дейт? Гавайиден, адандағы сухсалам, азыр бізде 27-28 градус. Салам, Айдана, адам бір тілді үйрену үшін емне көп талап қылынат. Ал жөнінді де видео тартқамын. Бүт видеоларымды қарап шықсаңыздар, сіздерге пайдалу болот деген ойдомын. Қантып башташ керек, емнеге даяр болыш керек, қанча уақыт оқыш керек, ошол жөнінді бардығын YouTube каналымда видео арқылу жоп ергем. Адан сұртқары көптігін сұролырғы, мен сұро жоп рубрикасында дағы жоп ергем. Сіз қайсы тілдерді білесіз? Мен назыр. Определенный бір тілді айтпайын, Python-ды қолданым, PowerShell-ды қолданым, Bash қолданым, это Shell Scripting, Terraform, Wayway қолданым, Jenkins-ды Groovy қолданым, Chef-ды Ruby қолданым, бардығын комбинациясын қолданым, Automation жасқанға. Мен де айтқанда программа жаспайым. Менің бағытым біраз башқа, DevOps бағыты болғындықтан, жұмышта қолданучы тілдер ұшылар. Спасибо, Айдана, дай бог, все у вас будет хорошо. Я узнал важные вещи для себя, да, уже начал. Весной экзамен Бируса, дай бог, сдадим и получим первый сертификат. Удачи вам! Обязательно у вас все получится, главное, не сдавайтесь. И самое главное здесь это верить в себя и дисциплина. Каждый человек должен
быть self-motivated, как на английском, да, он должен сам себя мотивировать и дисциплинировать. Это очень важно. И у вас все получится. Айдана же, қандай сіз балдарыңыз чоңою атавы, менің сұрам, айтыны онлайн оқыса, қандай болот де ойлойыз нөлден баштағандар үчін. Айтыны нөлден баштап оқығандар үчін генештерім деген видеодағы бар, ұшыны көріп қойыңыз. Қысқача жоп әрекетсе. Бүт нәрсені нөлден баштап үйренсе болот, онлайндағы үйренсе болот. Нөлден баштап үйреніп, онлайн оқыш үчін адамда жақшы мотивация болыш керек, дисциплина болыш керек. Үйден оқып үйренгінде адам біраз қиналат, сұролыр шыққанда жоп істеп, ошоға жаңы үйреніп баштаған адамдар батыле таштап қойады. Айтыны мен оң ойды айтпайым, қолдан келчі нәрсе бірек, ошоға даяр болыш керек. Адан сырткары көйүнчө ойлошот, ба курска барам десе, ба тил үйрөнгөн курска окшогон же башка компьютерный курска барып, ба Word, Excel-дер үйрөнөт, ошондой эле барып катышып койсом, мен уже эртеси уже код жазып баштайм деп ойлогондор бар. Жакшы программист кантип болсо болот, бул 100% адамдын өзүнөн, и плюс адамдын аракетинен. Математиканы билбей туруп дагы, англис тилди билбей туруп дагы мыкты программист болсо болот. Болгону ошол үчүн адамда каалоо болуш керек, аракет максат болуш керек. Туура максат коюп, жакшы аракет кылганда гана бир нерсеге жетсе болот. Онлайн үйрөнгөнүңүз келип жатса, онлайн акысыз да үйрөнсө болот. Дүйнөдөгү эң белгилүү, эң кыйын программисттердин баары бүт самоучкалар. Ошого интернетте библиотека өтө чоң, өтө көп акысыз сонун маалыматтар бар. Ошону туура колдонушту билиш керек жана отуруп окуш керек. Дисциплина керек. Эрте менен 8:00 эч нерсеге карабай отуруп сабакты башташ керек. Биз ба үйдө онлайн окугандар нерсеге алаксыйбыз. Кирип чыгып курсагың ача, телевизор көрө бересиң, досуң келип алаксытат. Ошондой нерселер көп болгондуктан үйдө окуганда жаңы баштаган адамдар айтат, бир аз кыйын болду деп. Ошолорго даяр болуп, бардык нерсени жыйыштырып коюш керек. Мен ушул жөнүндө видео тарткам. Эмнелерге даяр болуш керек, жакшы программист болуш үчүн, прогресс жаратыш үчүн эмнелерге даяр болуш керек деген видео бар. Ошону сөзсүз түрдө көрүңүз. И сизде бардык мүмкүнчүлүк бар программист болуш үчүн. Эч качан өзүбүздү чектебешибиз керек. В начале вам тоже было сложно, да, было сложно. Я об этом делилась. Ничего легкого нету. Я всегда говорю, если у меня получилось, и у вас тоже получится. Онлайн оку болбойт. Онлайн окуган адамдар бар. Түшүнүксүз болот онлайн. Ал жагы дагы бар, ошого даяр болуш керек. Ысык көлдөн салам дейт. Сиздерге дагы Гавайиден салам. Если нету технического бэкграунда при поиске работы, влияет ли это? Нет, не влияет. IT один из таких профессий, где не требуется наличие диплома при поиске работы. Самое главное – это знания и те проекты, которые вы сделали. В Америке это очень хорошо практикуется. И плюс даже в такие компании, как гиганты Google, Microsoft, Amazon, Apple – туда тоже можно устроиться на работу без наличия диплома в IT-сфере. Самое главное – это пройти интервью. И самое главное – это знания. Турмушка чықтың балтыным дейді. Алишер Байке, сіз менің барақчама жаңы кіріп жатсаңыз керек. Менің 2 балам бар. Бір қызым, бір ұлым бар. Кызым 4 жашка чыгайын деп калды, уже балам 2 жашка чыгайын деп калды. C++ тилин 1 жылдын ичинде жакшы үйрөнсө болот турбайбы дейт. Ооба, болот. 6 айда да үйрөнсө болот. IT окуйм, 4-чү курста кандай дипломдук работа кылсам болот? Аны үчүн research кылыш керек. Айдана канчадасың дейт. Айбай, менин жашым сиздерге кызык болуп жатса керек, э? 27 жаштамын. Финляндиядан салам дейт, Гавайиден салам. Бул жер кай жер? Бул Гавайи аралында, Гавайи аралында азыр жашап жатам. Үй бүлөм менен. Москвадан салам, Гавайиден салам. Акыркы окуган китебиң эстейт. Акыркы окуган китебим азыр окуп жатам, Алоха деген китеп. Опа. Не болду кызы? Бір Алоха қап. Гавайи жөнінде кітап оқып жатам. Аға чейінгі оқыған кітабым
мотивация жөнінде болған телеграм-каналыма жүктеп қойғым. Телеграм-каналыма қатталсаңыз, ақысыз китептерді дағы алсаңыз болады. Түт өзім алған китептердің барын сіздерге ақысыз PDF же болбосы Apple-ды оқи тұрған форматтарын кіргізіп тұрам. Дағы көптеген китептер бар, ошолар менен бөлішем. Оба, не болды қойса? Бар ойнап тұрбі, әме, бермет менен ойнапшы? Сізді жақ. Бермет, маған бермес. Жіпті қақтың алға қозы. Жүр. Сізді жақындан таңы басамдағы сіздің видеоларыңызды көріп, мотивация алып, азыр IT тармағын жаңыдан өздөштүріп баштадым. Оқуыңызға игілік, чоң рахмат. Менің негізгі мақсатым ошо, блогымдың мақсаты. Сіздер менен өзімдің практикамды бөлішу. Айдана, мықтысың дей, чоң рахмат. Қырғызстанға келіп жашайын деген ойыңыз бар ба деге бар. Сөзсіз түрде барабыз. Қырғызстан біздің жүрегімізде. Сөзсіз түрде чоң пландар бар. Эмне тема менен эми кирдим дейт. Жалкоолукту кантип жеңсе болот? Жакшы суроо экен. Ар бир адам жалкоодо айтмакмын. Оңой жашоо кимге жакпасын ай? Мен деле жалкоомун. Мен дагы жалкоолорго деле кирем. Оңой нерсе бардыгына жагат. Болгону адам өзүн өзүн контролдош керек, адам өзүн өзүнө мотивация бериш керек. Жана сиздин келечектеги кыялыңыздагы жашоо сизди астыга түртүш керек деп ойлойм. Менде деле ошондой учурлар болот. Эч нерсе кылгым келбей калат. Жөн эле отура бергим келип калат. Бардык нерсени таштап коюп, иштегим да келбей калат, даже магазин ишке да чыккым келбей калат. Бирок андай учурларда адам өзүнө убакыт бериш керек деп ойлойм. Анда ушу организм бизге эме берип атат да, сигнал берип атат. Мен чарчадым. Мен эс алышым керек деген ошону принимать этиш керек. Мен ал нерсени жаман нерсе деп ойлобойм. Ошого кандай десем, ошого даяр болуш керек. Ошону принимать этип, организмге салдырып, кайра астыга жылыш керек. Бирок кечкер эле жалкоо болуп отура берген ал туура эмес деп ойлойм. Андай адамдар көп нерсеге бул жашоодо жетишпей калат, ийгиликтерди кыла албай калат. Ошого адам өзүн өзү түртүш керек. Push yourself деген сонун сөз бар англисче. Адам өзүн өзүн ушунчалык астыга түртүп, зона комфорттон чыгыш керек. Зона комфорттон эч ким чыккысы келбейт. А бирок 1-2 жолу практика кылып, сиз зона комфортуңуздан чыгып, бир нерселерди жасап көрүп, ошодон удовольствие алганды үйрөнгөнүңүздөн кийин, сиз өзүңүз эле кантип мотивациясы күчтүү адам болгонуңузду билбей каласыз. Болгону ошо нерсени жеңүүнү билиш керек. Болгону кыймылдаш керек. Адам жашоодо кыймылдабаса көп нерсеге жетишпейт. Жашаганда кыймылдагандын ичине аябай көп нерсе кирет. Бул мени кыймылдатыш керек, китеп окуш керек, жаңы нерселерди издениш керек, жашоодо кыймылдаш керек, спорт менен машыгыш керек, спортту привычка кылып алыш керек, чтобы дени сак жана мындай бодрый жашаш үчүн деп айтмакмын. Москвадан салам. Гавайиден салам. Пайтанды кайсы жака жазасыз? Visual Studio. Visual Studio колдоном. IntelliJ колдончумун. А так азыр көбүнчө Visual Studio код. Саламатсызбы? Айдана же туура айтасыз. Онлайн бы, офлайн бы, адамдын каалоосунан көз каранды экен. Жылдыз Академиянын жардамы менен көптөгөн адамдар бекер IT билим алды. Жылдыз Академияга да терең ыраазычылык. Алардын командасы менен таанышмын, билем аларды. Аябай мыкты жигиттер, мыкты команда. Аябай көптөгөн адамдарга жардам берди. Буйруса кийинки потогуна дагы катышып көрүңүздөр. Достор, ошондуктан баары биздин колдо. Айдана же сизге чоң рахмат. Сизге да рахмат. IT-ден башка кесип жок, бул келечекте өз орду бар. Эмне үчүн жок? Бар. Көптөгөн кесиптер бар. Эми IT бул ошол кесиптердин бири да. Технология азыр ушинтип катуу өнүгүп жатат. Ошого бүт жумуштардын баары IT-ге байланыш болуп жатат. IT-ден сырткары механик жумуштары бар. Жанагы азыр бардык нерсе өтүп атпайбы эмеге? Нефттен
қандай десем, Tesla, Гүндөн эми алган жумуштар, энергия алган приборлор бар. Шамалдан тоо алган приборлор бар. Ошолорду оңдогон, ошолорду установка кылган жумушчулар бар. Адан сырткары интернет IT эмес, интернетти установка кылган, буну оңдогон жумуштар бар, онлайн жумуштар бар. Издениш керек, көрүш керек, азыр технология, тенденция кайсыл жака баратат. IT менен эле, кандай десем, бул дүйнө эле жумуш чектелбейт. IT-ге кызыкпаган адамдарга дагы көптөгөн варианттар бар. Opportunity деп коет го, ошондой эле возможностьтар бар. IT-ден айттым, каяктасың, ары гавайи дебиз. Акыл, жакшы ийгилик барыңызга дейт сиздерге дагы. Ийгилик Айдана, как залить бэкап базы MySQL сервер, как новую вторую базу? Есть очень хорошая документация, чтобы залить бэкап. Берешь от одного, рестор, да, дата-базу делаешь. Как я в основном на работе делаю? Делаю рестор, или каждый день у нас проходит бэкап дата-базы, и от бэкапа просто заливаешь новую дата-базу. Мен Москва-дамын, береле иштейм, день, ночь иштейм. Москва-дагы мекендештер суроолоруңузду жазсаңыздар, бакыт өзүнүн экспириенс менен бөлүшүп берем деди. Бакыттагы Москвага барып, бир жылдары сизде окшоп ошондой жумуштарда иштеп көргөн билет. Оожан. Эле-эле. Өзүңүз жасаган ресурстор менен бөлүшө аласызбы Telegram-дан же Direct-тан? Ооба, бөлүшө алам. Бул эмне жөнүндө билгиңиз келет, жазып койсоңуздар, ошол жөнүндө бөлүшөйүн. Эми ресерч дегенде бул жөн эле азыр элементарно эле Google-да ачып алып, бир определённый темада бир нерселерди издеп окуу да. Мага бир нерсе керек болсо, допустим, вот Гавайиге келип атканда, өзүчө ресерч жасадык. Интернеттен издедик, кайсы остров жакшы, минустары, плюстары, кайсы сайттардан караш керек, эмне көрүш керек, акчага канча кетет, продукту канча, ошонун баары ресерчке кирет. Ошондуктан ар бир нерсени кылардан мурун ар бир адам ресерч жасаш керек. IT-ге канча ай окуйт? Кандай десем, ар кандай 3 айдан баштап 1 жыл, 2 жыл, 4 жыл, 10 жылдап окугандар бар, PhD, докторантура кылган адамдар. А так курстар 3 айдан 6 айга чейин, 8 айга чейин болот. Турмушка чык, иш көп болот по дому дейт. Эми ушундай сөздөр көп болот. Мен ойлойм, кыздар биринчи турмушка чыгаардан мурун билим алыш керек деп. Эне билимдүү болсо, балдары да билимдүү болот, балдардын келечегине жакшы болот. Эне билимдүү балдарды тарбиялап өстүрөт. Суу ичесиңби, козу? Thank you. Вот. Поэтому бардык нерсеге өзүнүн уагында болгон жакшы. Өзүнүн уагы менен, өзүнүн жолу менен. Билим ала турган учурда билим алыш керек, иштей турган учурда иштеш керек, үй бүлө кура турган учурда үй бүлө куруш керек. Ар бир нерсени уагында кылса болот. Адам. Бишкектен Америкага кантип кетсе болот? Эми аны специалисттерден сураш керек. Мен айткан маалымат туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ар кандай жолдору бар. Ар кандай варианттары бар, визанын түрлөрү бар. Бул өзүнчө бир чоң тема. Жолдошуңуз Москвада эмне жумуштарда иштеген? Кантип IT тармагына кирип калган Москвада? Андай ушул жөнүндө видео тартабыз буюрса. Айтып бердейм. Москвага барып иштеп, кайра Бишкекке келип окуп жүрүп, окууну бүткөндөн кийин анан Америкага келген, анан кайра бул жактан окуп, анан кайра иштеген да, ошол жөнүндө бөлүшөт буюрса. Бизде азыр Кыргызстанда аябай көптөгөн курстар ачылып кетти, аны үчүн кайра эле ресерч жасап, кайсы курс мыкты, кайсы курс кандай билиш керек. Мен ошондуктан өзүм бул жакта туруп алып, бир курсту мактагандан эле рекомендация кылгандан алысмын. Мен ойлогондой болбой калышы мүмкүн. Бул жерде мен үчүн эч кандай пайда жок да, ошого бул жакшы, бул жаман деп айткандан да алысмын. Кээ бирки буткемптер бар, курстар. Сотрудничать этели, реклама сурашкан, а мен блогтон өзүңүздөр билесиздер, акча таппайм, акчаны көздөбөйм, мен өзүмдүн иштеген жумушум бар. Эми блогто канча акча кылмак элем. Ошого ал нерсеге мен өтүп эле, кандай десем, кызыктар эмесмин. Мен жакшы курс болсо, жакшы результатты көрсөткөн нерселер болсо, мага жаккан нерсени мен жөн эле бөлүшүп коем. Ошого ар бир адам курсту өзү тандаш керек, и бул жакшы, бул жаман деп айта албайм.
Мен сиздерге жаңы киргендерге дагы бир сыйра көрсөтүп коёюн. Анан эфирди жыйынтыктасак болот. Билем азыр Кыргызстанда түн. Эртең менен туруп да көрөсүздөр. Бүгүнкү түз эфирге кире албай калгандар болсо. Сизге чоң рахмат, убакыт болуп жооп берип жатканыңызга рахмат, сиздерге да рахмат. Ушу балдар менен иштемей, балдар менен убакыт өткөрмөй. Бизде азыр саат 11 болду, Чикагода саат 4 болду. Буйруса 1 сааттан кийин жумуш убактысы бүтөт. Анан толук убактыбыз балдарга үй бүлөгө. Бизде саат 11, эртең саат 11. Салам, Италиядан дейт. Сизге Гавайиден салам. Суроолоруңуздарга жооп бербей калсам, YouTube-дагы видеомду көрүңүздөр. Дагы суроолор болсо, ошо видеонун түйүндөгү комментарийлерге суроолоруңарды жазсаңыздар, кийинки видеону ошол суроолорго тартканга аракет кылам. Буйруса, дагы жакында видео чыгат, жана жаңы видео чыкты. Ошону да көрүп коюңуздар. Баарыңыздарга рахмат. Бейпил түн. Дагы көрүшкөнчө.